a season of restoration. Евангелие от Иоанна, 14 глава, будем читать с 14 по 19 стих в переводе Passion. Иисус говорит: «Если любите меня, то обретаете силу, чтобы повиноваться моим заповедям». А знаете, следование за Иисусом — это не религия, а отношения. И самое важное, что мы можем делать каждый день, так это проводить время с Иисусом. Бог не создавал нас для изоляции. Когда я сидел в офисе и готовился в духе, то думал о том, как церковь родилась и насколько неестественна эта изоляция. Она идет против движения и водительства Святого Духа. А вот что делает эта изоляция. Мы поговорим о Духе Святом. Многие люди говорят мне: «Пастор, я хочу узнать Духа Святого. Я хочу узнать, как Он ведет и направляет. Пастор, я хочу узнать Духа Святого». На этой неделе я буду говорить о совместном водительстве. Не может быть водительства, пока мы не поймем, что все мы наполнены одним Духом Святым, и что Бог ведет нас с Сиона. Когда сатана приходит, то всегда прикидывается ангелом света. Он хочет обмануть даже избранных. Не забывайте, что делает сатана. Он искажает истину. Он сказал Еве: «Подлинно ли сказал Бог?» Истина и обман идут параллельно, с разницей в один градус. Мы всегда должны обращаться к Писанию. На изоляции всегда приходит величайшее искушение. Когда Иисус ушел на 40 дней, сатана явился к Нему и искушал Его в трех сферах. Задумайтесь над этим. На изоляции, когда Иисус просил учеников молиться в Гефсимании, все они уснули. Там была величайшая битва. Агония, изоляция. Изоляция приводит к невероятным отвлечениям. Давид пошел на крышу, когда он должен был находиться на поле битвы. Многие люди участвуют в битвах, в которых не должны были оказаться. Причина тому — изоляция. Если вы хотите быть настоящим христианином, молитесь о том, чтобы Церковь Иисуса Христа открылась полностью, и верующие могли собираться вместе во дворах Божиих во имя Иисуса. Кроме того, на изоляции приходит заблуждение. Библия говорит, что тот, кто изолирует себя, выступает против всякого совета. Совет — это Слово Божие. Он имеет свои желания. Не нужно считать себя мудрым, находясь на изоляции. Мы должны понимать, что Бог задумал нас для того, чтобы жить вместе в Церкви Нового Завета. Все сводится к общему помазанию, общему общению и водительству. Я хочу затронуть эту тему сегодня, чтобы когда мы будем говорить о водительстве Духа Святого, мы не начали говорить: «Ну, мне не нужна церковь. Я познал Бога в церкви». Я говорю: «Я познал Бога в церкви». Не в своей молитвенной комнате. «Я познал Бога в церкви». «Я познал Духа Святого в церкви». «Я понял помазание в церкви». «Я принял Слово Божие в церкви». Именно там. Если мы зрелые верующие, то давайте не будем говорить в соцсетях. Это нормально. Изоляция — это ненормально. Я услышу аминь во имя Иисуса. Вы не просто зритель. Поднимитесь на ноги и воскликните аминь во имя Иисуса. И прежде чем вы начнете говорить о том, что у нас полно людей, это кадры со служений, которые были до локдауна. Но вскоре все эти люди снова будут здесь. Аминь. Изоляция приводит к отчаянию. 60% подростков признались за последние 3 месяца, ну, точнее, 59% признались, что у них были проблемы с депрессией. 66% заявили о высоком уровне тревоги. 27% заявили о мыслях о самоубийстве. Вы думаете, что изоляция — это нормально? Мое сердце обращено к подросткам и студентам, которые
не могут принять участие в привычных делах. Ты капитан школьной команды, но не можешь пойти в школу. Ты должен получить аттестат, но не можешь получить нормального образования в школе. Нам нужно, чтобы наша страна вернулась в норму. А вы говорите: «Пастор, я знаю, что вирус реален». Бог больше вируса, Он может дать нам правильных лидеров, которые безопасно откроют наши школы и церкви, чтобы мы могли жить в ЮАР, в Малави, в Ботсване и по всей земле во имя Иисуса Христа. Церкви пора стать сильной. Настало время подняться Богу через Его народ. Это время для того, чтобы враг разбежался. Я ощущаю помазание на этом месте, поэтому можете прославить Господа. О, изоляция! Величайшие битвы приходят на изоляции. Величайшие искушения, величайшие разочарования, величайшие зависимости. У скольких молодых людей сейчас появились зависимости? А ведь раньше их не было. Вы скажете: «Пастор, похоже, это плохие новости». Нет, есть и хорошая новость. Великий Дух Святой, Он здесь, чтобы разрушить все оковы и цепи. Он здесь, чтобы сделать нечто новое в вашей жизни. Он здесь, чтобы зажечь вас, направить вас на путь жизни во имя Иисуса Христа. Он здесь, чтобы обновить вас и освежить, напомнить, зарядить вас. Все будет хорошо во имя Иисуса Христа. Он не бросил вас, не оставил вас. Вы все еще у Него в мыслях, а вы переправитесь на другой берег. Я услышу на это аминь. Во имя Иисуса я уверен, что услышу. Итак, Иисус говорит: «Если любите Меня, то обретаете силу». Сегодня в церкви много слабых людей. Я вижу много слабости в лидерах. Я попрошу Отца, и Он даст вам другого Спасителя, Святого Духа Истины, который будет вам другом, так же, как и я. Люди говорят: «Как бы мне хотелось быть на месте апостола Иоанна и Петра, к примеру. Как бы мне хотелось ходить с Иисусом». А Иисус сказал, что пошлет нам друга, похожего на Него. Задумайтесь над этим. Он невидимый, но Он реален. Дух Святой повелел мне научить вас о Нем, о Духе Святом. Ведь когда вы знаете Его, понимаете Его, различаете Его пути, вы пройдете через любую долину, любую бурю, вы найдете Божью защиту, Божье обеспечение. Он друг, который ближе брата во имя Иисуса. Это Дух истины, и Он никогда не покинет вас. Мир не может Его принять. Я не говорю плохо о политиках, но я не ожидаю, что парламент примет Святого Духа. Не ожидайте, что советники президента примут Святого Духа. И когда мы говорим о том, чтобы безопасно открыть наши церкви, мы знаем, что Бог хочет этого. А сейчас мы готовим научные подтверждения, которые не смогут опровергнуть ученые. Пусть наука говорит к науке. Сказано, что мир не может принять Его, потому что они не видят Его. Мне грустно от того, что люди говорят о церкви. Многие из них — христиане. Они насмехаются над церковью и унижают ее. Унижают пастырей, мужей Божьих. Они не уважают Бога, Царство Божие. И мне грустно от этого. На этой изоляции люди потеряли дар развлечения. Они утратили саму суть. У каждого свое мнение. Но когда вы ходите с Духом Святым, вы осторожны с тем, что говорите. Вы не будете оскорблять Его. Вы не будете обижать Его. Вы будете полагаться на Него. Вы будете искать Его совета. Перед тем, как писать что-то, вы не будете
Водимы своими чувствами и эмоциями. Библия говорит, что мир не может увидеть его, мир не может различить его. Библия говорит, что даже физический христианин не может принять то, что дает Дух Божий, потому что это кажется ему глупостью. Он не может принять их, потому что для этого нужно духовное развлечение. Они не пройдут через бурю и кризис, ковид, долину, кризис в браке или что-то еще без Духа Святого. Давай повернись снова туда. У нас ничего не выйдет вот так. Мистер и миссис Смит, да? Мы не будем поступать так. Мы не победим в битве, если будем поступать так. Мы не пройдем через вызовы, заменяя его формулами и методами, культурой и мнениями. Мы увидели, что после того, как Израиль вернулся из 70 лет плена в Вавилоне, они пришли в Иерусалим. 50 тысяч слабых евреев. Иерусалим был спален дотла. Храм лежал в руинах. Соломону понадобилось множество лет на строительство этого прекрасного храма. Над ним трудилось 150 тысяч работников. Храм уничтожили. Зарававель должен был возглавить восстановление страны, храма. Ведь если церковь сильна, то и страна будет сильна. Не наоборот. Если Божий храм и жертвенник будут восстановлены, то нация поднимется, потому что праведность поднимает нацию. Вот почему в первую очередь сатана хочет закрыть церковь. Он хочет убрать Бога из общества, сделать общество мирским. Бог обращается к Зарававелю через Захарию. Он говорит с Зарававелем через пророка. Зарававель был в отчаянии, подавлен. Он сдался. И он говорит ему не воинством, не силой, то есть не человеческой силой, усилиями, делами, но силой Духа Святого. Мы не восстановим ничего без Духа Святого. Мы не увидим восстановления в жизни без Духа Святого. Мы не будем знать, как перенастроить наши паруса без Духа Святого. Вы должны услышать меня сегодня. Мы должны узнать Духа Святого. Мы должны узнать третью личность Божества. Нам стоит подружиться с Духом Святым. Мы должны научиться полагаться на Него, говорить с Ним, признавать Его. Мы должны почитать Его больше нашей культуры и друзей, потому что Он — Дух истины. Не ВОЗ, не какая-то политическая партия. У них есть лишь часть правды, но они не Дух истины. А вот почему мы не участвуем в делах, которые нарушают Слово. Я повторю еще раз, мы не участвуем в делах, которые нарушают Слово. Ведь когда мы нарушаем Слово, Он не может поддерживать нас. Он напоминает нам о том, что говорит Писание. Он подтверждает то, что говорит Писание. Он присматривает за Словом, не мои эмоции, страсти, дела. Что-то может казаться хорошей идеей, но если эта идея не от Бога, она исчерпает себя. И это правда. Когда вы говорите своим друзьям, «Мне нужно, чтобы церковь была открыта», они отвечают вам, «Но церковь открыта? Прославьте Господа!» Они просто не видят. Они слепы. Нам не нужно, чтобы больницы были открыты. Нам не нужно, чтобы школы были открыты. Нам не нужно, чтобы дома были открыты. Нам не нужно, чтобы магазины спиртного были открыты. Никто не кричит по поводу того, что магазины спиртного закрыли. Я не видел столько ненависти, как в том случае, когда пастырь поднимается и говорит, «Нам нужно, чтобы церкви открыли». А когда открывается магазин спиртного, нет ни капли ненависти. Почему же так? Это говорит о том, что сатана ненавидит церковь. Сатана сделает все, что в его силах, чтобы заставить церковь замолчать. Люди, которые не фокусируются на Духе Святом и не понимают Писания,
делают заявления, которые приводят к заблуждению. Изоляция приводит к заблуждению, а длительное заблуждение приводит к разрушению. Если церковь будет оставаться в состоянии дремы и сна, если вы посмотрите на историю церкви в средние века, то увидите, что вопрос был не в том, что проповедники и пастыри утратили огонь. Именно такие ситуации, вроде болезней, войн и засух, привели к тому, что люди начали бояться собираться вместе. И это привело к тому, что церковь, особенно в Европе, полностью распалась и разрушилась. Никого не осталось. Люди утратили огонь. Вот почему я говорю, что соцсетей недостаточно. Телевидения недостаточно. Дух Святой не пришел к одному верующему тут, а второму там. Дух Святой пришел, когда они все были вместе во имя Иисуса. Я хочу сказать вам, что если мы будем поступать правильно в глазах Бога и соблюдать меры безопасности, то Бог сохранит нас, когда мы будем собираться вместе во имя Иисуса. Бог вдохновит нас, чтобы изменить наш мир. Потому что мир как никогда нуждается в церкви, в свете Иисуса Христа. Люди нуждаются во спасении, освобождении, в присутствии Божьем, как никогда ранее. Так что давайте, молодежь, прославим Господа за пробуждение. Бог сказал, что будет пробуждение молодежи, и мы увидим его. Наше здание будет слишком маленьким, ни воинством, ни силой, но Духом Святым во имя Иисуса. Давайте поаплодируем ей. Я в восторге от нашего оператора. Я в восторге от всех наших операторов. Пожалуйста, присаживайтесь. Все 22 человека, которые пришли сюда сегодня. 7 — это число совершенства. Итак, мы не должны ожидать, что мир поймет то, что понимаем мы. А вот почему мы не можем искать духовного лидерства у людей мира. Мы не можем ожидать лидерства царства от мирских политиков. Послушайте, церковь и государство должны всего лишь навсего быть отделены друг от друга. Когда государство контролировало церковь в этой стране, это привело к апартеиду. Нам не нужно государство, которое тяжелой рукой нависает над церковью Иисуса Христа. Нигде в мире это не оправдано. Даже мирское правительство Франции, а во Франции 5% христиан, сказало, что не будет закрывать церкви. Не думайте, что ЮАР — это христианская страна. Эти дни в далеком прошлом. Не думайте, что люди, принимающие решения, заботятся о церкви. Не думайте, что когда они принимают решение, то спрашивают у Духа Святого. Мы молимся за них, но неужели вы считаете, что Дух Святой находится на их собраниях? Я был на множестве церковных советов, где не было присутствия Духа Святого. Если мы готовы жить под контролем страха, духа обмана, то через 30 лет не нужно удивляться тому, почему ЮАР стала постхристианской страной. Эта страна родилась в пробуждении. Эта страна победила апартеид через церковь в разных частях страны, выступавшую против мерзости апартеида. Церковь, которая убрала ужасы пандемии СПИДа в ЮАР. Мы не победим эту пандемию, эту язву, если будем молчать, как церковь Иисуса Христа. Мы хотим, чтобы Бог поднялся в нашей стране. А для этого нам нужно, чтобы у церкви была сила. Не говорите мне о ложных пророках. Я отвечу вам. На каждого, кто поклоняется Ваалу, есть 7000, которые не преклонили свои колени перед Ваалом. Это праведные мужи и жены в ЮАР. Они не продались дьяволу, деньгам, коррупции. Это мужи и жены Божьи, которых Бог приготовил для этого часа. Братья и сестры, перестаньте осуждать их во имя Иисуса Христа. Есть лишь один судья, Бог Отец.
и вы предстанете перед Ним. Внезапно все начали верить в то, что Бог хочет уничтожить церковь, словно Бог допустил ошибку, назначив своих слуг. Библия говорит, что Иисус дает одним быть апостолами, другим — пророками, евангелистами, пастырями и учителями. Но как в Ветхом Завете люди убивают пророков Божьих. В Новом Завете они убили Иисуса Христа. Не думайте, что дух мира будет рад церкви Иисуса. Этого не случится. Не думайте, что на своих собраниях политики в первую очередь думают о том, как бы им открыть церковь Господа Иисуса в ЮАР. На самом деле они думают об обратном. Возможно, вы убежали от Бога. Возможно, вы не знаете Иисуса. Где бы вы ни были, я хочу сказать вам, что Бог любит вас, что Бог жаждет близких отношений с вами. Вам не нужно ничего менять, потому что мы никогда не станем достаточно хороши. Вам лишь нужно отдать себя Иисусу. Скажите Ему: «Вот Он я. Мне нужен Спаситель и нужна помощь». Если это про вас, то я хочу, чтобы сейчас вы положили свою руку на сердце и попросили Иисуса занять свое место. Просто скажите Ему: «Господь Иисус, сегодня я отдаю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты умер за мой грех, и что Ты воскрес из мертвых и сейчас живой. Сегодня я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Спасибо, что возлюбил меня во имя Иисуса. Пусть Бог благословит вас. Мы любим вас».